Más. Ни. Сам. Чи. Го. Рок. Сич. Эч. Кю. Чу. Пич. Ни. Сам. Ши. Го. Рок. Сич. Эч. Кю. Чу. Пич. Ни. Сам. Ши. Го. Рок. Сич. Эч. Кю. Чу. Пич. Ни. Сам. Ши. Го. Пич. Эч. Кю. Кю. Пич. Ни. Сам. Ши. Рок. Сич. Эч. Кю. Чу. Ни. Сам. Ши. Пич. Эч. Кю. Ши. Ни. Сам. Ши. Вот. Рок. Сич. Эч. Кю. Кю. Вращение. Вращение в колен. Ич, ни, сам, ши, го. Ич, ни, сам, ши, го. Ич, ни, сам, го. Рок. Ич, ни, сам, ши, го. Ич, ни, сам, ши. Ич, ни, сам, го. Рок. Только дачи. И. Спину стараемся держать ровно. Сам. Ши. Го. Рок. Вращение колени. Пич. И. Сам. Ши. Го. Рок. Ич. Ни. Сам. Ши. Го. Рок. Мы на колени. Выносим на плеч. Ич. И. Сам. Ши. Го. Поворачиваемся. Пич. Ни. Сам. Ши. Ич. Ни. Носок вверх. Тянем. Сам. Ши. Ши, кадачи. Берем себя за лодыжки, локтями в колени упираемся, спина ровная. На подсчет давим на колени, с каждым счетом усиливаем давление. Ич. Ни. Сам. Ши. Го. Рок. Сич.
H, Q, Q. Ни, сан, ши, го, рок, отдыхаем, пич, ни, сан, ши. Ни, сан, чи. Все это хайкадачи хидзагири. Коленом бьем в ладонь, носочек смотрит вниз. Отталкиваемся ступней от пола. Ич, ни, сан, чи, го, рок, сич, ач, кю, чю. Ич, ни, сан, чи, го, рок, сич, ач, кю, чю. Руки развернули крест. Крест на ты сбил. Ич, ни, сан, чи, го, рок, сич, ач, кю, чю. Ич, ни, сан, чи, го, рок, сич, ач, кю, чю. Руки назад, ложим на ягодицы и таким образом бьем пяткой сильно ладонь. Ич, ни, сан, ши, го, рок, сич, ач, кю, чю. Ич, ни, сан, ши, го, рок, сич, ач, кю, чю. Эйкадач. Руки на уровне глаз. Подъем мах. Ич, ни, сан, ши, го, рок, сич, ач, кю, чю. Эй. Ич, ни, сан, ши, го, рок, сич, ач, кю, чю. Эй. Руки в стороны. То же самое делаем в сторону. Ич, ни, сан, ши, го, рок, сич, ач, кю, чю. Эй. Руки на пояс, локти назад, мах прямой ногой, назад. Стараемся делать таким образом, чтобы нога шла не в сторону, это ошибка, а по центру. И носочек тянем на себя, таким вот образом, чтобы пятка торчала при ударе у широгетти. Ич, ни, сан, ши, го, рок, сич, ач, кю, чю. Ич, ни, сан, ши, го, рок, сич, ач, кю, чю. Эй. Кандзин кусу дач. Май. Мах прямой ногой. Ич, ни, сан, ши, го, рок, сич, эч, кю, чю. Эй. Поменяли стойку. Приготовились. Ич, ни, сан, ши, го, рок, сич, ач, кю, чю. Эй. Поменяли стойку. Сейчас на один счет два маха. Ич, ни,
三、七、五、六、七、八、九、十。哎，你呢？一、二、三、四、五、六、七、八、九。去，哎，немного отдохнули. Наклоны, то есть each. Не. Сан, Чи, Го, Рок, Сыч, Тач, Кюб, Чу. Торабуч. Ич. Когда делаем наклон, в ту сторону пальцы руки, которые смотрят вверх. Рука проходит над ухом. Ни в коем случае не должна проходить перед и сзади. Над ухом. Правильную плоскость делаем. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кью. Чу. Вращение, скручивание назад. Когда делаем торы гучи, вот рука сильно касается, очень плотно касается, идет по руке. Не должно быть такого движения, разрыва. Локти около туловища, рука по руке. И такое вращение. По руке, рука отсюда, за плеча, не от локтя, а за плеча. И делаем такое движение. Приготовились. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чу. То же самое, делаем торабучи и вращение вниз. Ич. Ни. Вращение и давим вниз, давим, стараемся дотянуться до пола. Сан.
是五六七八九十чуть-чуть расслабились, вдохнули. Вращение по большому кругу. Пич. Ми. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Эч. Кю. Чю. Шикарно. Что-то у нас опоздавшие. Шикарно. Дачи. Скручивание. Эч. Ни. Сан. Чи. Го. Рок. Движение. Тая тушь. Приготовились. Сначала медленно. Ич. Ни. Сан. Вдох идет по большому кругу. Нос. Вдоль темя, затылок, позвоночника, промежность. И как бы скручиваем клубок. Тандем. Четыре пальца ниже пупка. Мы должны чувствовать здесь плотность. Что воздух у нас собирается здесь, как бы закручивается. Когда делаем выдох, делаем вдоль живота, груди и вперед. Вверх и чуть-чуть вперед. В конце, когда делаем резкое движение, выдох, делаем звук такой. Дыхаем со звуком. Хат. Х-А-Т. Но стараемся делать именно не за счет горла, а за счет живота. Как бы воздух выталкиваем, а не вытягиваем. Приготовились. Пич. Ни. Сан. Си. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Уважаемые занимающиеся, я вот сейчас слышу звук, со мной кто-то дышит, я понимаю, хочется дышать. Еще раз, я думаю, это кто-то из младших. Постарайтесь, родители, отключить в нижнем углу телефона, если вы нажмете, у вас микрофон. Отключите микрофон на своих устройствах, чтобы все меня очень хорошо слышали, доступно. Иначе... Остальным занимающимся будет плохо слышно, будет звук перебивать. И уважайте друг друга. Тенцуки. Делаем пич. Рука вдоль уха идет, вверх. Натянута, как будто уперлась в потолок. Ми. Вдоль тела. Назад. Сан. Ши. Го. Рок. Поменяли медленно. Ич. Ми. Сан.
Чи. Го. Рок. И теперь быстро. На один счет все движение. Пич. И. Сан. Чи. Го. Поменяли руки. Пич. И. Сан. Чи. Го. То же самое упражнение, только двумя руками одновременно. Марото тенсуки. На один счет. Пич. И. Сан. Чи. Го. Рок. Сич. Хач. Кю. Чу. Чуть-чуть расслабились. Ушира, посмотрите внимательно. Исходное положение. Ноги чуть-чуть, ступни расставлены, как шикодачи. Вынаши на плеч. Руки выносят на уровне глаз. Проваливаемся в края тоши. Руки назад. Лопатки должны максимально свестись, встретиться с собой. И корпус держать ровно. Делать вот так – это ошибка. Отсюда руки, ноги стягиваем, как бы стягиваем себя к центру. Пальцы хватают от мизинца, сжимаются кулаки, и кулаки вдоль тела тянутся вверх. При этом локоть старается тянуться вниз, чтобы плечо сжалось, и у нас получилось на туловище широчайшему стоять. Бок сжался, для того, чтобы была очень плотная такая конструкция. И это потом используется, когда мы бьем, наносим удары. Или когда защищаемся, сжимаем мышцы, напрягаем их. И тогда удары не так противные, как если даже он попадает, не такие эффективные и не приносят такого большого ущерба для нас. Сначала медленно. Пич. Ни. Сан. Чи. Го. Сильно, быстро. Пич. Ни. Сан. Чи. Го. Рок. Сич. Хач. Кю. Чу. Немного расслабились. Эйка санчин, левая нога впереди, рука на поясе, жми рукой. Поменяли стойку. Стараемся, чтобы рука, когда проходила вдоль тела, она касалась, чиркала по бедру и не было такого движения. Близко к телу проходит плечо.
прижали ладони плотно друг к другу, сильно давим друг на друга. Плечи не поднимаем, плечи наоборот давим вниз. Руки поставили таким вот образом. Локоть завернут в сторону туловища, напротив груди находится. Кулаки, когда мы сжимаем, верх кулака должен быть на уровне вот складки подмышки. Когда так руки стоят, пальцы на уровне плеча. Высоко это не нужно. И так тоже это ошибка. Вот вам ориентиры. Сжимаем сначала от среднего пальца. Ич. Потом от указательного пальца, ми. Потом от мизинца, сан. Потом опять от среднего, ши. Указательного, го. Мизинца, рок. Сыч. Ач. Кю. Чю. Ич. Ми. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чю. Сильно. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чю. Встряхнули. Растягиваем кисть. Ич. И. Пальцы вместе, палец прижат большой, не отрываем. Ши. Ич. И. Сан. Ши. Руки. Руки на пояс, растягиваем шею. Ич. Стараемся как бы затылком дотянуться до пола. Ни. Наискосок. Сан. Чи. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чю. Вращение. Ич. Ми. Сан. Ши. Го. Рок. Тыч. Тыч. Кю. Чю. Олег Александровна. Вот мы сейчас с вами сделали комплекс Джунгюнда, работали очень хорошо туловище,
скажем, все части его. И сейчас мы можем приступать с вами к более интенсивной тренировке. Что мы сегодня с вами отработаем? Мы с вами отработаем перемещение сурьяши тай собаки, выучим комплекс. Это те перемещения, которые используются в поединке на ограниченном пространстве, на очень близкой дистанции. Сразу хочу сказать, вы должны измерять длину шага и размер шага, когда будете двигаться, тем местом, где вы занимаетесь. Когда мы занимаемся в додже, то, как пример, перемещение вот, сурьяши в сторону, оно получается у нас, мы стараемся сделать его как можно длиннее, скажем так, проскользить как можно дальше. Если у нас место ограничено, то нет проблем, мы можем делать шаг более короткий и таким образом тренировать сурьяши. На что нужно обратить внимание, как в первом случае, так и во втором, это на то, что когда мы делаем движение, не должно быть таким образом. Вот вторая нога, когда она у нас двигается, она двигается максимально быстро. Быстро. В 3-5 раз быстрее, чем та нога, которая начала перемещение. Для чего это? Именно для того, чтобы быстро приходить в стойку, закрепляться и иметь возможность проводить сильную, мощную и быструю технику. Нам нужен очень хороший баланс. Чем лучше у нас баланс, чем плотнее, увереннее мы стоим, тем меньше внимания мы отвлекаем на поддержание баланса, и больше внимания мы можем сконцентрироваться в поединке непосредственно на противнике, непосредственно на своей технике. Поэтому это не просто движение нужно делать похоже, а нужно стараться сделать его правильно. Исходное положение. Стойка хейкодачи, руки на поясе. Начинаем. Пич, ни, сам, ши, го, роп, сич, ач, кю, чу. Чуть побыстрее. Пич, ни, сам, ши, го, роп, сич, ач, кю. Передвижение вперед-назад. Принцип точно такой же. Пич. Ни. Спокойно делаем. Сан. Чи. Го. Рок. Сич. Хач. Кю. Чу. И побыстрее. Пич, ни, сан, ши, го, ро, сич, хач, кю, чу, эй. Следующее движение тоже очень подходит для ведения поединка на ограниченном пространстве. Это смена позиции и... Мы делаем это с помощью перемещения сурьяши и тай-собаки. Тай-собаки – это вращение, повороты вращения. Движение такого, нога идет по диагонали наискосок. Становится напротив этой ноги, и момент движения – это нога, мы закручиваемся, мы разворачиваемся. Спиной. После этого правой ногой идем по диагонали. Ич. Ни. Точно так же делаем вращение. Получается своеобразная восьмерка. Делаем сначала спокойно. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю, чу.
H. И на один счет делаем. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. Быстро. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. Ич. Следующее. Тай собаки на месте. Это уход с линии атаки. Движение таким образом. Вращение. Ич. Всем корпусом. У нас опорная нога тоже вращается. Но смотрим мы вперед с вами и возвращаемся назад. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. И чуть-чуть побыстрее. На один счет. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. Хорошо. Теперь постараемся с вами, кто не знает, освоить комплекс, состоящий из всех этих движений, которые мы с вами делаем, для того, чтобы, скажем, своеобразное сурьяши тай собаки ката. Оно выполняется на 10 счетов. Сначала мы сделаем это медленно, потом чуть-чуть ускоримся. Готовились. Делаем. Левой ногой начинаем. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Другой ногой. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. И побыстрее. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. Эй. Надеюсь, самочувствие у всех хорошее. Мы нормально с вами разогрелись, сделали. Сейчас мы с вами немного нагрузимся, сделаем комплекс ОФП и СФП для того, чтобы глубже проработать наше с вами тело, усилить его и, скажем, я вообще использую это как вот, когда я делаю УФП, это для меня это между техническими действиями, это как отдых. Первое упражнение это приседание. Все мы будем делать по 10 раз каждое упражнение. Они будут чередоваться. Всего мы с вами сделаем на каждую группу мышц по 40 повторений. Первое – это приседание, двойное приседание. Выполняем
сначала полуприсед, потом глубокий присед, и встаем и на один счет точно так же повторяем вместе со мной. Приготовились. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу. Следующее движение – это присед и совмещаем с движением коленом. На один счет приготовились, делаем пич. Ни. Сан. Носок вниз тянем. Ши. Го. Рок. Сыч. Ать. Кю. Чу. Следующее движение. Точно так же мы делаем присед колена, только колено мы вытягиваем, выталкиваем в сторону. Приготовились. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Эч. Кю. Чу. Следующее вид приседания мы совмещаем приседание второе и третье. Колено. Готовились. Ич. Ни. Тан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу. Эй. Здорово. С днем рождения. Следующее, что мы сделаем, это с вами прокачаем наш брюшной пресс. Имеет косые мышцы. Исходное положение. Ноги злознают. Ступни стоят на полу, колени согнуты, руки сзади. Делаем таким образом. Поднимаемся и дотягиваемся, хлопаем по поверхности подъема ступней ладонями. И назад. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Эч. Кю. Чу. Эй. Следующее мы делаем точно так же, исходное положение такое же. Поднимаемся и к локтю тянемся к противоположному колену, скручиваемся в верхней точке. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Эч. Чу. Следующее движение. Так называемая складка. Руки сзади находятся. И одновременно поднимаем туловище и ноги. И в верхней точке касается пальцы ног. И пальцы рук встречаются вот таким вот образом. И ложимся назад. Ич.
Ни. Сан. Чи. Го. Рок. Тич. Пэч. Кю. Чу. Эй. Следующее движение. Точно так же мы выполняем складку, только складка, локоть, колено. Руки сзади за головой. Поднимаем одновременно корпус и колено, ногу в колени. Скручиваемся до касания локтем колена. Таким вот образом. И назад. Скажемся назад. Приготовились. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Стич. Эч. Кю. Чу. Эй. Следующий комплекс – это комплекс на верхний плечевой пояс, на руки. Первое упражнение – это обычное отжимание. На что нужно обратить внимание? Когда мы отжимаемся, пальцы смотрят вперед, локти вдоль тела, вот как мы сгибем, касаясь туловища. Вот, и когда отжимаемся, грудью стараемся коснуться пола. Верхняя точка, рука выпрямляется полностью. Делаем это в достаточно спокойном темпе, но амплитуда движения должна быть максимальной. Приготовились. Пич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Эч. Кю. Чю. Следующее движение, так называемое торагучи отжимание. Вот мы с вами, когда выполняем блок торагучи, у нас руки находятся вот в этой позиции промежуточной. И мы делаем движение вперед с вами. Вот отжиматься мы будем руки точно так же держать. Так и так. По 5 отжиманий. Легли на пол. Сделали руки как можно ближе к себе. До рабочей позиции. И делаем таким образом. Ич. Ни. Тон. Ши. Го. Легли на пол. Поменяли. Руку развернули. И продолжаем. Роб. Сыч. Ач. Кю. Чу. Следующее движение, посмотрите, нам уже знакомое. Вы его знаете. Рука на руке. Из положения лежа. Мы быстро подтягиваем руку под грудь, солнечное сплетение. Выталкиваем себя, упор лежа. Ложимся и опять руки возвращаем назад. После 5 счетов, 5 счетов левая рука на правой, 5 счетов правая рука на левой, руки поменяем. Приготовились. Пич. Ни. Сан. Го. Рук. Поменяли руки. Сич. Эч. Кю. Чу. Следующее отжимание. Руки точно так же держим впереди, когда тянем к себе, руки расходятся в стороны, и локти смотрят в сторону таким образом.
выталкиваем себя и делаем хлопок, снова ложимся и руки вперед. Вообще, два варианта этих отжиманий. Первый, кому действительно трудно сейчас, особенно там с нами занимаются юные, совсем юные кучерюки, можно делать таким образом, посмотрите. И выталкиваем себя на колени. Вот таким образом, если кому-то тяжело. Те, которые чувствуют себя мощными, сильными, делаем таким образом. Вот два варианта, которые вы можете делать. Еще раз показываю первый вариант. Специально для малышей. Вот так. Приготовились. И сад. Шесть. Год. Рук. Сыч. Пач. Кью. Чью. Все, хочу вас спросить, как у вас самочувствие. Надеюсь, оно хорошо. Микрофоны не включайте. Чуть-чуть отдохнули. Вы мне потом ВКонтакте в группе напишите, как вы себя чувствовали во время тренировки. Что получилось, что не получилось. Мы с вами будем чуть-чуть корректировать эти моменты. Следующее движение, что бы я сегодня хотел с вами отработать, это блоки открытой рукой. Мы с вами достаточно много времени занимаемся блоками, когда у нас кулак зажат. И сегодня мы с вами поработаем блоки, это блок хитюки, коуки, шатейуки, блок и их комбинации. Комбинации, как мы выполняем эти блоки, и блок торагучи. Сегодня, скажем, у нас вращение ладоней. Очень большое внимание обратить, как у нас работают кисти, запястья и ладони. Первое, с чего мы начнем, это блок. У нас с вами очень нам знакомый блок хитюки. На что нужно обратить внимание? Когда мы делаем, рука находится в этом положении, ладонь смотрит вниз. Пальцы, кончики пальцев напряжены. Не сжаты руки, а чуть напряжены. Рука идет вдоль тела, по солнечному сплетению, от тела. Рук, и вот смотрите, в этом положении, перед тем, как руку начать тянуть себе, мы натягиваем ладонь, это захват у нас с вами, и потом делаем движение рывок к себе. Таким вот образом. Ич. Ни. Вот до этого положения рука, она ровная, ровная. Потом она делает такое движение, продолжение движения. Сан. Приготовились. Пока одной рукой. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чью.
Теперь другой рукой. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Дергаем не в сторону, а к себе. Ач. Кю. Чу. Поменяли. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу. Поменяли. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чу. Теперь постараемся делать, вот я сейчас сделал здесь паузу, постараемся сделать без паузы, чтобы оно было естественно, все в одно движение, продолжение. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Хач. Кю. Чу. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Хач. Кю. Чу. Теперь две руки вместе. Делаем. Позиция исходная здесь, вторая рука здесь. Делаем пич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Пач. Кю. Чу. На что еще нужно обратить внимание? Посмотрите. Когда мы делаем это движение, рука здесь, она касается туловища, прижимается к туловищу, заходит сюда, за плечо. И когда она отходит от туловища, вперед идет, то она все время, мы как второгучие, касаемся рукой, очень друг друга трутся. Касаемся рукой руки, и руки трутся. Не должно быть такого движения. Рука по туловищу, по руке, сторону к тебе. Приготовились. Чуть-чуть побыстрее. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чу. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чу. Теперь на один счет два движения. Как в катаге ксадайни. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чу. Поменяли руки. Другой рукой начинаем. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу.
Следующее мы сделаем с вами вот этот блок в комбинации элемента ката гексайдани. Делаем pitch, ми, сам, ши, го, рок, сич, кач, кю, чу. Чуть побыстрее. Пич, ми, сам, ши, го, рок, сич, кач, кю, чу. И теперь выполним, как мы делаем в ката гексайдани. На один счет вперед-назад. Пич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу. Эй. Поменяли стойку. То же самое. На что обратить внимание, когда мы двигаемся, нога идет через хэйсок удачи. Нога касается ноги. Не вперед-назад. Внимательно смотрим. А нога касается ноги. Спокойно делаем. Пич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чу. Посильнее. Пич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чу. Пич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу. И как в комбинации ката гексайдани на один счет. Вперед-назад. Пич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу. Кто-то к нам собрался. Добавиться. Чуть-чуть вдохнули. Следующее движение. То, что мы с вами делаем, элемент ката сайфа. Движение шутейуки вниз. И сукууки. Вот сейчас мы с вами сначала отработаем это поодиночке, потом делаем в комбинации, как в ката сайфа. Женя, начнем движение сукууки. Потом натянуто, таким образом, отсюда делает. Пич. Посмотрите, когда мы делаем это движение точно так же используется в ката сиюнчи, когда мы делаем. Очень важно, чтобы рука проходила, далеко не нужно, вот эта часть руки, плечи, она проходила через центральную линию, вот, скажем, как вот у нас мышц идет, центральная линия. Не должно быть такого движения. Просто здесь движение через центр, рука идет и в сторону. Оно внизу как бы зачерпывающее такое движение и потом отводящее. Когда рука становится в это положение верхнее, если мы кулак сожмем, у нас получается блок. Кто-то
Йоко-Уки или Хики-Уки, или Суку-Уки. Положение локтя, оно во всех блоках, оно одинаковое. Базовое, именно в базовой технике. Готовились. Рука, вот она натянута таким образом, как будто мы на нас сильно что-то давит, или мы держим что-то тяжелое под нос, допустим, чем-то, и она плоская. Не такая, не такая, не такая, это ошибка. Еще раз. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу. Поменяли. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу. Следующее движение. Шотеуки. Ич. Оно выполняется как кидамбарай вдоль тела, только с открытой ладонью. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач вдоль тела. Кю. И здесь ладонь упирается таким образом, натягивается, будто бы мы очень давим какую-то поверхность, допустим, поверхность стола. Кю. Чу. Другая рука. Ич. Ни. Там. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чу. Теперь делаем одновременно блок Суку-Уки и Шотеуки. Готовились. Делаем. Ич. Рука проходит через центр. Как в Ката-Сайфа. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Позорище. Ач. Кю. Чу. На что обратить внимание? Посмотрите, точно так же. Здесь руки. Рука не так делает. Она проходит через центр, и рука по руке касается. Шатей, вот они скрещиваются. Обязательно скрещиваются руки. Так правильно. Вот так, это неправильно. Или делаем рука так, так, это тоже неправильно. Рука вдоль тела, вдоль тела. И касается. Чуть-чуть побыстрее. Пич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чу. Теперь посмотрите, делаем это движение как близко к Ката-Сайфа, но без удара, только делаем движение Сурьяши и делаем блок Суку-Уки, Шотеуки. И в другую сторону. Ни. Сан. Ши. Го. Рук. Сич. Ач. Кю. Чу. Ич. Ни. Сан. Ши. Го.
Рок. Тыч. Тач. Кю. Чу. И теперь то же самое мы сделаем с вами, как в ката-сайф элемент, ката-сайф. Ич. Ни. Сан. Ты. Во. Рок. Ич. Так. Кю. Кю. Ич. Ни. Сан. Чи. Го. Рок. Ич. Эч. Кю. Кю. Ич. Ни. Чуть-чуть отдохнули. Следующее движение Торагучи. Движение это очень часто используемый блок в технике Годжурю. Очень эффективный блок для ведения поединка на ближней дистанции. И очень важно делать его правильно и понимать, куда он делается, потому что этот блок, он используется одновременно как защитное и атакующее действие. Вот. Поэтому понимать, куда мы направляем силу, куда мы направляем усилия в момент защиты, в момент атаки, это очень важно. Итак, блок Торагучи выполняется. Мы с вами его сейчас уже делали в начале тренировки. Еще раз посмотрите. Рука за плечом. Делается рука ич. Рука касается руки. Как только руки разрываются, они таким образом натягиваются. Посмотрите. Если они до определенного момента были, вот эта особенно рука прямая, вот, эта рука уже была натянута. Здесь рука натягивается. И в момент движения, когда руки разрывались, вот раз, движение, руки, вращение, происходит вращение таким образом, ну, представьте, что вы пускаете зеркалом зайчиков, и ладонь у вас все время должна быть смотреть вперед. Она не должна смотреть вниз, она не должна так вращаться. Она все время натянута. И делаем таким образом. Ич. Натягиваем. И толкаем вперед. Ни. Когда мы толкаем, рука верхняя, палец, который смотрит вверх, здесь большой палец на уровне подмышки, здесь рука напротив линии ганка. И пальцы находятся напротив тазобедренного сустава. Не в стороне, не в центре, напротив тазобедренного сустава. Рука до конца не разгибается, это ошибка. Рука упирается. Вот если мы, скажем, руку держим, и мы поднимем ее и сожмем, у нас получается, как я уже говорил, блок, базовый блок, как это звучит, сотовик луки. Вот. Поэтому рука вот таким образом, не вниз. Готовились. Сначала одну руку делаем. Ич. Ни. Вращение.
Сан. Ши. Го. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. Другой рукой. Ич. Ни. Прощение. Сан. Ши. Заметьте, как рука здесь натянута, она делает полукруг вращение, она в обратную сторону не сгибается. Ши. Го. Рок. Сич. Эч. Кю. Чю. Теперь, что касается вот этой руки. Вот делаем. Ич. И такое движение. Посмотрите. Ич. Рука натянута. Тебе. Ни. Сан. Рука не прямая, а раз и натягивается. Ши. Го. Вот рука натянута. И ладонь все время смотрит вперед. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. То же самое другой рукой. Ич. Нини. Сан. Рука сначала кисть натянулась. Вращение. Ши. Го. Рука к себе. Рок. Сич. Ач. Кю. Чю. И теперь мы соединим два движения одной и второй руки. Ич. Руки натянуты. Вращение. Ни. Сан. Ши. Ладони натянуты. Го. Рок. Сыч. Ач. Руки вращаются в ладони одновременно. Кю. Кю. И на один счет. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Рок. Сыч. Ач. Кю. Чю. Собрали руки. И теперь сделаем это движение, как мы делаем в ката кекстай дайни. Движение. Вот 45 градусов. Движение сюряши может быть небольшое. И садимся в стойку икоши дачи. Ич. Ни. Руки сюда. Сан. Ши. Го. Сич. Ач. Кю. Чю. И на один счет. Ич. Ни. Сан. Ши. Движение может вообще быть очень короткое, сюряши. Го. Рок. Ши.
H, Q, Q. Надеюсь, что самочувствие у вас хорошее. Много чего вы запомнили. Наша тренировка подошла к концу. Что бы хотел порекомендовать? Сейчас очень много у нас свободного с вами времени. И с одной стороны, времени много, с другой стороны, времени не так уж много. И моя задача на данном цикле тренинга – дать вам очень много информации именно для самостоятельной работы сейчас и для работы уже на тренировках, чтобы те моменты, которые я вам объяснял, вы уже знали, и мы с вами уже больше отвлекались не на объяснение, а на выполнение техник и на то, чтобы у нас вырабатывался уже навык выполнения этих движений. Поэтому моя вам, скажем, такая рекомендация и пожелание, чтобы в те дни, когда у нас нет тренировки, вы постарались самостоятельно собраться, настроиться, освободить себе место, проветрить ваше домашнее доджо и обязательно проделать всю тренировку от начала до конца, насколько вы помните. Особенно акцентируя внимание свое на выполнении технической части тренировки. То, что мы сейчас с вами делали, скажем, второй части тренировки. Не надо сильно торопиться, не надо спешить. Делайте, пожалуйста, вдумчиво. Если у кого-то есть зеркало, и вы можете сделать эти движения, проконтролировать себя перед большим зеркалом, особенно вращение ладонью, как рука идет, как вы стоите, в какую сторону поворачиваетесь, это будет очень хорошим для вас, скажем, очень хорошим моментом для личной работы. И это будет очень продуктивно сказываться на вашей технике. Поэтому используйте зеркало, тренируйтесь, старайтесь. Ну, и я думаю, в пятницу мы снова с вами встретимся и отработаем еще ряд техник уже где-то в комбинациях хата. И точно так же очень здорово, хорошо потренируемся. Большое вам спасибо за внимание. Хорошо, что вы позанимались. Спасибо, что вы собрались, даже пусть в этом моменте. Берегите себя, берегите своих родных. И до следующей тренировки. Йой! Ри! Аригато гузмаста. Аригато гузмаста. Спасибо за тренировку. Аригато. Аригато. Спасибо. Урал, особенно привет. Уралу всем. Ничего.